У нас выпал снег. Это первый снег. Снегу выпало за ночь очень прилично. След будет видно хорошо, но не нужно терять ни минуты, потому что к обеду обещают плюс и будет таять. Поэтому нужно успеть зацепить этот момент охоты и насладиться им. Итак, в карман бросаю 4 патрончика. Больше мне не нужно. Заряжаем. Третий номер. Дроби. И вперед. Красота вокруг. Вообще замечательно. Так, вот он первый след зайчика, на который я вышел. И он идет. Так. Да, сразу в околок. Ну что, будем пробовать подходить. Тот след меня привел к следу другого зайца. Их теперь два. Один уходит сюда, один уходит туда, к деревне ближе. Один куда-то в сторону трассы. Попробуем начать с этого, по которому я шел.
далеко поднялся, близко не подпустил. Я был в этом околке, шел с краю здесь, а он выскочил с этой стороны, сидел. Сделал два выстрела. Посмотрим, вроде бы зацепил. Сейчас буду идти смотреть. Далековато, но надо было принимать решение, я решил стрелять. Посмотрим. Ранил крепко я его, причем очень крепко. Идет с кровью, тяжело, но уходит. Уже и переждал, постоял все равно. Идет, не останавливается. Это он меня приволок. Я уже весь в снегу. Лежит косой, готов. Неинтересно маленько получилось, потому что хотелось походить именно, поподнимать зайца, но поднял, в принципе, все здорово, сделал два выстрела. Попал, зацепил его хорошо, было видно по следу, кровил очень сильно. И тут уже на дорогу выскочил, было видно, что прыжки все короче, тяжело идет. И здесь вот уже двойка, я сразу на нее вышел. Двойка, скидка в сторону, и заяц уже готовый, лежит и дошел. Ну, такое тоже бывает, то есть сразу далековато поднялся, не подпустил близко, но получилось хорошо попасть, и все-таки заяц дошел. Но прогнал он меня очень даже хорошо. Я побродил по мелкому березнику, по соснякам он меня завел. В общем, все ноги вымокли, но зайца я добрал, а это самое главное. Дошел наконец-то до автомобиля. Здорово меня погонял сегодня этот зайчишка, конечно. Сначала прошел по следу. Не было видно крови вообще. И вообще думал, сразу не попал. Потом зашел в околок. А он там... Опа, стульчик надорвался. Зашел в околок, а он там в одном месте
присел, смотрел, иду я за ним, не иду за ним. И было видно, что закровил. Ну все, тут уже вариантов нет, нужно тропить и добирать зайчика. Ну, что, собственно, я и сделал. Вот. Так. Ой, куда все это деть-то? Что, собственно, я сделал? Ну и по итогу нашел зайца уже от ранения дошедшим. Заяц здоровый, капец, если честно. Прям на самом деле крупный. Он еще когда поднялся, соколка, выскочил на поле. Я думаю, ух, вот это конь. Так, где у меня кантарик? Кантарик здесь. Так, ага. Волшебного шнурка нет с собой. Но зато есть мешок. Грузим зайку в мешок, в котором он и поедет со мной домой. Опа! Так. Включаем. Безмен. И... и вперед, дорогие друзья, смотрим вес зайца. Вау, и вот это да! Сейчас зафиксирует. Вес 4770. Вот это косой, очень крупный. Но я говорю, когда он поднялся, было видно, что не малыш. Очень крупный заяц, здоровый вообще. Одуреть. По-моему, я в том году даже таких был один 4300. Да, 4300 был. Но крупнее мне в том году не попадались. А тут уже второй выезд и вот такой вот заяц. Замечательно. 4700. Меня с полем. Зайца я в любом случае взял. Ушло на это времени. Два часа 20 минут. Но нашел его очень быстро. А вот потом пришлось походить. Молодец. Крутил, кружил, уходил до последнего, но все-таки не получилось у него. Я люблю этот первый снег, эту погоду. Я вот все говорю, первый снег, но это уже по факту второй раз снег выпал, потому что первый снег выпал, очень быстро растаял. Буквально в 3 часа дня и растаял, его было совсем немного. А сегодня вообще подвалило. Прям замечательно, сантиметров, наверное, 4-5. И он по окрову устойчивый, уже время 11. А он таять не собирается. Ну, посмотрим, что будет. По прогнозу стоит еще плюс 10 через пару дней. И потом уже заморозки. И зима полноправно вступит в свою силу. Ну, пока есть возможность, я пользуюсь. Тем, что первый снег, хорошо ходить, удобно. Небольшой снежный покров. И заяц подпускает хорошо. Опять же, я вот все говорю, он подпускает хорошо. Этот вот сорвался далековато. Хочется вообще подъема прям из-под ног. Но пока такого не было.
Ну-ка пойдем смотреть. Лежит, 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 красавчик. Молодой, молодой петушок. Вот он. Совсем молоденький нынешний. Бровки небольшие, лира маленькая. И оперение такое у него еще. То есть не полностью черный. Здорово стрелял через кусты, на самом деле, далековато через кусты, видел уже, что попал, но тетерев сразу не завалился, спикировал. Ну, тут буквально недалеко и получилось найти. Классно, я доволен. Вообще замечательно. Вот они, бровки у него сейчас спрятаны. Ну, правильно, не весна, не весна. Класс. Ну что, вот такой вот красавец тетерев. Стал добычей сегодня. Здорово. Охотитесь с нами, охотитесь сами. И все будет получаться. У нас и у вас. Все, всем счастливо. Пока. Темнеет, надо домой.